автостанция открывается на территории ритейл-парка. Рядом с гипермаркетом «Глобус» осенью откроют торгово-развлекательный комплекс. На первом этаже будут торговые ряды, а на втором – кинотеатр. В настоящее время, благодаря торговому центру «Глобус», разработана схема организации дорожного движения, в соответствии с которой маршрутки будут ехать из разных точек города Пушкина через торговые центры. Это все сделано для удобства жителей города. Коммуникации на всей территории строили по заказу гипермаркета «Глобус Пушкина». Автомобилисты заметили, в самый сильный дождь вода здесь не стоит. Сейчас у каждого магазина «Леруа» или «Декатлон» своя площадка. На своей территории, конечно же, они делают сами, но вся система ливневых стоков, их хозбытовых стоков, она объединяется в одну систему, общую ритейл-парка, которую первоначально, конечно же, строил и проектировал «Гиперглобус». На празднике проводился мастер-класс по постройке скворечников, спортивные соревнования по стрельбе из лука от «Декатлона». Водители маршруток, для которых теперь построили диспетчерскую, смогут отдохнуть и поесть. Они лучше всех знают, как проехать сюда без пробок. Ну, в принципе, на Ярославском шоссе здесь пробочки бывают в пятницу в область и в воскресенье в Москву. Вот. Как бы будни, друзья, дорога нормальная, без пробок. Муниципальный транспорт стоит 35 рублей, и уже разработаны памятки по времени его движения. Маршрутка из «Глобус» по-прежнему бесплатна, и каждый водитель знает, что делать с нервными пассажирами. Сделаем. Довозим до места назначения. Изменился и знак въезда на территорию. Теперь вы главные, а выезжать лучше по кругу, чтобы не ждать проходящих автомобилей. Погода выдалась холодной. И народ в основном собирался в холле гипермаркета «Глобус», где предлагали продукты собственного производства. Есть ценники, на которых специально написано «изготовлено в гипермаркете «Глобус», да. Вы знаете? Конечно, мы берем, именно выбираем эти продукты. Нам нравятся. Чем они вам нравятся? Вкусные. Для увеселения собравшихся привлекли московский оркестр «Фил Стайл», которому русская зима только в радость.